Под отведением города Гагры, да, она была еще концепция разработана в 2015 году, включала в себя три этапа изначально, сейчас у нас еще четвертый появился. Три этапа. Первый, да, предполагал строительство насосных станций канализационных в городе Гагра. Их всего построено 5, на общую сумму 211 миллионов рублей. Вторым этапом у нас была реализация мероприятия по очистным сооружениям. Третий этап у нас коллектор, который наборный коллектор, соединяющий город Гагру с пустыми сооружениями, то есть все сточные воды по этому наборному коллектору будут доходить до очистных сооружений. Коллектор у нас проложен. В прошлом году мы завершили мероприятие, там 10 километров. Его запустили, да? Его не запустили. Пока мы не можем сюда подать стоки, так как у нас пока объект не готов. Ну, то есть вы его тестировали, да? Мы то его пусконаладка вся прошла? Опрессовка прошла, и консервируем его до тех пор, пока мы не запустим очистные сооружения. Наши гости привыкли жить по системе «все включено», «все включено». Этот проект позволит воплотить целиком эту систему, создать замкнутый контур, анклав санаторно-курортного комплекса, где все услуги будут внутри. Не будет необходимости выходить за этот периметр. Для каждого тут будет анимационная программа, своя развлекательная программа. Скажу, что совсем-то это педалировать, а то, что совсем не надо будет выходить, не очень правильно, как бы, да. Туризм один из главнейших мультипликаторов, и несмотря на то, что контур будет замкнут, там рабочая сила и кадры, кадровое обеспечение, подготовка, гости, все это будет увлекательно. Не знаю такого нормального туриста, который не поедет и не посмотрит озеро Рица. Все равно традиционно это будет. Да, Пицунду, Гагры, до Сухума не доедет, поэтому... Доедет, более того, мы будем дополнительно... Новый Афон тут рядом. Эти услуги в том числе предоставлять и предлагать. У нашего холдинга есть свой туроператор, который сегодня акцентирует внимание на продаже в Азии в том числе. Мы сами в этом крайне заинтересованы, потому что расширять горизонты, образовывать, показывать красоту природы. Мне кажется, здесь, что касается туризма в Абхазии, важная задача, скажем так, следующего этапа, да, то есть сейчас вот люди уже поехали, вот, но задача следующего этапа, это, конечно, повысить уровень, качество, соответственно, и в каком-то смысле, да, и за это можно тогда уже просить и честную цену, да, чтобы строить, окупать и так далее, да, поэтому это очень, очень важно вот сейчас дать другое качество. Сюда. Вот вам идет, кто на территорию, с тем кастер. Все, поможет. Все, растет производственный центр. Здесь стоит РЗА, всю защиту сейчас переводим. И на сегодняшний день на 60% выполнена работа. А когда включать пусконаладочные работы? Ну, как мы закончим пусконаладку, сразу переключаем. Ну, что, это до новый... конца года, да? Нет, месяц-полтора. Аэропорт не гостиница, вот это запитывает нормально. Это нам надо сесть и концептуально все-таки просчитать. Надо с Минэнерго посоветоваться и с нашими решениями.